Простите ради Христа. Простите ради Христа. Я на минуту забылась. Простите. Простите. Простите, я не хотела. Иди, ступай. Там на склад для Смарагды корзину собрали. Она ждет. Тот ли истинный праведник, кто никогда не подвергается искушению? Или тот, кто, будучи постоянно искушаем, старается жить в целомудрии? Наша героиня не знала ответа на этот вопрос и предпочла бы никогда им не задаваться. Будь ее воля, она выбрала бы тихую монашескую жизнь. Но ее ждала совсем другая судьба. Прости. Помочь тут может быть? Тебя еще не хватало. Иди, куда шла. Прости. Смотри, заработал! Совсем не дура. А ты чего шляешься-то? Опять вечер не выбрали, что ли, да? Thank you.
молитвами святых, отец наших. Стеша! Там для смарагды что-то у тебя приготовлено? Прохладненько же сегодня. Картошечка. Спаси, Господи. Сестры любили Индику. Христианская любовь, как известно, долготерпит, милосердствует и верит. Хотя, если говорить в низменном смысле, по-человечески, то любили меньше. И если уж совсем откровенно, то и вовсе не любили. Многие даже презирали. Индика, впрочем, была в этом совершенно не виновата. Если бы не голос, который внушал ей непростительные для христианина идеи, была бы она инокиней добродетельной и заурядной. Больше всего на свете Индика мечтала, чтобы голос оставил ее в покое. Вся жизнь ее превратилась в борьбу, в мучительное сопротивление. Но как ни старалась она, как ни истязала себя, с каждым днем голос становился только громче и убедительнее. Благодатью, смирением и памятью смертной. Только Афон, соборный святой Афон. Сестры, боритесь со страстями, опытами, искушениями, любите свое сестричество, настоятельно, Господа, говорите открыто. Таскай воды.
Бесполезный труд – основа духовного развития. Послушание превыше поста и молитвы. Индика не понимала, зачем таскать воду из колодца, когда в соседнем здании помпа качает воду из святого источника. Она не понимала, почему пить воду из источника можно, а готовить суп – грех. Колодец всего в метрах 15 от него. Тут физически не может быть совсем другой воды. Да даже если десятая часть та же. На крещение, говорят, капли святой воды освещает канистру. Если так, то несколько испарившихся капель даже лужи под ногами должны осветить. Божья помощь, ты глядишь так, до весны-то и дотянем. Да вы что, сестры-то, а ну,
после нее есть никто не станет. Матушка, крестное знамение от чумы спасает. А тут... Во славу Божию. Ой, Смарагда, не искушай. Я тебе сейчас вон Евдокию пришлю, а эту до трапезной не допускай. Вечеря твоя, тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприими, не по врагам твоим тайны повем, не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царствии твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Причащается раба Божия этим таким... Причащается раба Божия и мудика честного и святого тела и крови Господа и Бога. Я не знаю, что. Что в нем? Да откуда мне знать, что в нем? Откуда мне знать, что в нем? Не знаю, что в нем. Что в нем? Что в нем, что в нем? Что в нем? Монаху запрещается выходить из монастыря без благословения. Индику, несмотря на ее просьбы, уже год не благословляли покидать обитель, поэтому послушание доставить письмо стало для нее полнейшей неожиданностью. И хотя она не знала содержания этого письма, ее не оставляло ощущение, что оно сыграет в ее жизни очень важную, возможно, даже решающую роль. Ну что-то в нем есть? Что в нем? Что в нем? А что в нем? Что в нем? Что в нем? Что в нем? А что в нем? Что в нем? Что в нем? Что в нем? Молитвами святых, Отец наш Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
пока, мне на тот берег надо. Жоржик, пират, тише. Животные чуют нечистого. Они просто, как всегда, рады меня видеть. Тише, прости меня. Животные чуют нечистого. А я тебе яблок принесла. Орловка, твои любимые. Тише, я на поезд спешу. Тише! Ну чего ты? Ступени залил. Снова свалишься, зашибешься. Эх ты! Ничего, Тихон, я понимаю. Прости меня ради Христа. Удручающе.
Черт, ключ у Тихона. Тихон идиот. Индика любила Тихона. Идиот – медицинский диагноз. Она просто употребляла слово по назначению. В любом случае Тихона я не слышал. Что за добродетель, лицемерие? Монастырь как будто не хотел ее отпускать, и хотя она знала, что нет более светлого и близкого к Богу места, ей до смерти хотелось хотя бы ненадолго его оставить. Неправда! Спасибо, Господи Бог, честная церковь благолепно поет за вами, честный смысл, чистый, Господи Бог. Запах гниющих старух, который даже ладан не перебивает. Половина сестер читать не умеет. Даже матушка, если и умеет, то явно умением не злоупотребляет. Гигиеной тоже не особо. Как она во время обеда тщательно бесовщину со вставной челюсти пальцем вычищает. Индика ненавидела бесконечные молитвы, которые из-за постоянного повторения давно потеряли смысл. Ненавидела благостно улыбаться беззубым шуткам сестры Марфы. Чадящие свечи, подгнившую картошку, бесконечные советы и нравоучения, смирение, страх Божий, крестить рот после каждой зевоты, креститься перед входом в храм, плакать, креститься после выхода из храма, после входа в трапезную, молиться перед входом в келью, перед сном, перед едой, каяться о том, что подумала, о чем услышала, слушать унылый сестрический... Связано огненными пленницами грехов, зачем людьми страстнее и бедно к себе прибегал к спасению, вопию помянение дивы. Увы, мы велико прежним не ждела, и мысли о скверне все ни капли слез, но это жестокосердие, она не вознеси от земли души, а косяк земных, и мы признаны вопики веков, и мы все взывают к испоржественному твоему, и получает нас на добро, а жаль прежней добра, всегда бегнут и милости, Бобы, милый мед. Индика тысячный раз повторяла покаянный канон, с такой силой сжимая четки, что кровь начинала капать с ее ладони. Индика ненавидела безвкусно. Злоупотребляет. Гигиеной тоже не особо. Как она во время обеда тщательно бесовщину со вставной чертой. Беззубым шуткам сестры Марфы, чадящие свечи, подгнившую картошку, бесконечные советы и нравоучения, креститься после выхода из храма, после входа в трапезную, молиться перед входом в келью, перед сном, перед едой, каяться о том, что подумал, о чем услышал.
ты, Сань? Простите меня. Господи Иисусе, ты что ты делаешь? Ты вообще, тут монашка! Монашка. Монашка тут! Монахиня. Слушай, тебе повезло, что ты на меня наткнулась. Я мажу, я того, я не меткий, я... Давай, что? Да, давай, иди отсюда, давай. Чё это? А? Помочь, если позволишь. Ничем вы ему уже не поможете. Их благородие в час, когда мерцание пожелали в последний раз выслушать, пусть слушают, не мешайте. Простите, а что здесь случилось? А знаете анекдот про лом, который в унитаз поезда кидают? В общем, в поезде тапток перевозили. Они между вагоном прессору на ходу вставили. Побег, стало быть, организовали. Много ли погибших? Да, в основном беглые. Этих перестреляли много. За больными ухаживать доводилось? Мне? Конечно, у нас часто... Давайте тогда с нами на станцию. Туда всех раненых свезли. Давай наверх!
Муж. Муж. Наверное, очень его любили. Не. Сыр, да? Что? Это что за... С каких пор ты меня слушаешься? Не переживай, страх – естественная реакция. В большинстве случаев спасительная. У тебя цель какая? Девице помочь или продемонстрировать, какая ты героическая? Кому? А вот именно. Если помочь, то без шансов. Смотри-ка, недовольна, что ее посреди процесса бросили. Что? Видела, какое у него там болтается? Или, может, ты просто хотела к ним присоединиться? Тоже ничего. Мало тебе, блядь. Постойте! Подождите! Тихо! Ты чего орешь? Вы меня спасли. А я ведь тоже... Я тоже, по сути, спасла. Несчастная девушка. И еще бы немного. И... Господи, помилуй, конечно. Вы не застали, она убежала. Спаслась. Ну, то есть, я не знаю, до какой степени там, но... если бы не я... Господи, избави нас от грешна. Прошу прощения, как вас зовут? Илья. Индика. Куда везти, не знаю. Откуда привозить, не знаю. Сестра! Как дошли? Без происшествий? Васюк, ты? Эй! Погоди-ка. Бросай оружие давай! Бросай! Сам бросай! Бросай сюда карабин! Если не готов взять, грех на душу! Ничего тебе! Это самое того! Ты вообще... Ничего у тебя нет! Не выйдет ничего у тебя! Мне терять нечего!
Вот так надо. Так, залезай. Залезай, говорю. Давай, давай, давай. А теперь трогай! Трогай, говорю! Ты контакт! Ну-ка! Ну-ка ты это! Вас ранили?
это очень хорошо. Так не надо. А! Вставай. Вот это ни к чему. Поехали. Выходи, выходи. На этом? Ну, выбирай либо со мной, либо с ними. Зачем ж так гнать-то? Прошу прощения. Хотя мы верст 5 в час катимся, не больше. Откуда ты все это понимаешь, а? Это он про слово верста или про то, что ты знаешь, как мотор завести? Я росла в велосипедной лавке. Батюшка ими торговал. В Спасове? Почему в Спасове? В городищах. Я в Спасове не бывала. А я там вырос. Логика железная у парня. Не смущает? Мужчина так близко. Да, она только этого и ждала. А он ничего, плотненький. Пахнет, наверное, от меня. Нас 3 дня из вагона не выпускали. О, не переживай. Ей нравится. Пардон? Давай, давай. За сиськи ее хватай. Эй! Ладно, спокойно. Чего ты придуриваешься? Ты же вот таких себе вечерами в келье и представляешь. Ну, когда... Хватит! Да ладно, я ничего. Господи, это бандит или баба? Держитесь, ради бога, за сиденье. Thank you.
Эй, с вами все в порядке? Простите, можно, пожалуйста, я посмотрю? Да что там смотреть? Укол мне сделали лучше. Господи, я боюсь. Это, если это не ампутировать, ты до вечера не доживешь. И он ничего не сделал? У него из инструментов, кроме тазика ржавого, и не нашлось ничего, к сожалению. Очень смешно. Да ладно, не переживай. Так оно это и должно быть. Только так должно быть. Я ведь тоже с Богом говорю. С Богом. Здорово. Вставай, если не хочешь еще себе чего-нибудь отморозить. Ну, давай объясню. Вот с той ночи все, каждое событие, все как по писаному. Я ведь, наверное, единственный, кто из того поезда ушел. Каждый, блядь, шаг по плану, по божественному замыслу, понимаешь? Взять меня в заложники, божественный план? Да и я понимаю, что ты думаешь, но вспомни в Евангелии. Отдал отец все деньги блудному сыну. Нелюбимому тому, который хороший, а бандиту тому, который убивал и воровал, но вернулся. Главное, что вернулся, понимаешь? Знаешь, он мне как карты тогда все разложил. Кто? Бог, кто? Я лежал, умирать собирался. А мне сестра, вот как ты, воды принесла. В кружке вот в этой. Я пью тихонечко. Вдруг вижу по воде. Рябь идет. И как будто шепот. Я допил и... Ты в чашке Бога услышишь? В чашке, да. Да не в том суть. Я тебе покажу, когда едем.
Может, лучше в объезд? Ржавел. Надо найти, чем гайку сорвать. Ни хера не идет. Сарай! Может, там что-то есть? По этому запаху. Ну чё там? Нашла ключ! Давай сюда. Собака, ты чего? Ненавижу. Давай быстрее. Тихо, тихо, дружок. Мы тебя не обидим. С ума сошла. Бежим.
Знаешь, если бы я хотел, я бы тебя голыми руками бы уебашил. Рукой, то есть. Зачем? В смысле, револьвер нахуя надо было выбрасывать, а? Не помешал бы сейчас. Ну, не в том смысле, я бы бабу никогда. Сука. Ты мне вот что скажи. Ну, если ты такой богоизбранный, почему тебя Бог сразу, окончательно не излечил? Хороший вопрос. Сейчас. Вот ответ. На, на, на. Тот самый кудец. Тот самый, давай. Я ничего не понимаю. То есть у Бога силы хватило только, чтобы гниение приостановить. А для полного исцеления ему какой-то инструмент понадобился. Дело не в инструменте, а в том, что нельзя человека спасти помимо его воли. И в руке дело, короче. Понимаешь? А в пути, на который нам было указано. А идти по нему или нет, только наше с тобой решение. А я тут при чем? А бесноватых куцу возят? Всех возят. А я что, бесноват, по-твоему? Да нет. Ладно, давай выбираться отсюда. Садик меня. Я тебя? Да. Ты меня. А то потом не вытащишь. Давай. Блядь! Эй! Эй, Илья, ты живой? Илья! Да, живой, живой. Сейчас. Ну что там? Высоко. Сейчас я найду что-нибудь подставить. Конечно же, все это не было совпадением. Теперь и Индика это понимала. Она, разумеется, слышала про кудеца и его чудеса. Но именно сейчас, в Спасове, а Илья, каждый ли день встречаешь каторжников, разговаривающих с Богом? А еще он немножко понравился Индике. Кто этот? Так или иначе, не было совершенно никаких сомнений в том, что теперь ее путь лежал в Спасов, а не в Даниловскую обитель. Письмо. Я не могу нарушить послушание. И вдруг там что-то очень важное. Вскрой, посмотри. Ну нет. Прочитать чужое письмо больше грех, чем не доставить. Больше? Во сколько раз? Что? Ну, в два раза. Я не знаю. Интересно. То есть не доставить два письма – это как прочитать одно? А скажем, украсть деньги, рубль стянуть хуже. Хуже? Во сколько раз? Бред. Так нельзя сравнивать. Почему нельзя? Батюшка за разные согрешения разную эпитимию назначает. И ты вот тоже однозначно знаешь, что хуже, что лучше, стало быть, есть мера. Положим, украсть в 10 раз хуже, чем письмо. А, скажем, человека убить, в 1000 писем оценим. И почтальон, потерявший мешок с письмами, выходит у нас убийца.
Хотя за тут скидка какая-нибудь полагается. Скажем, насильник. Насильник ведь лучше, чем убийца. Ты не греха боишься, ты самого письма боишься. Да, пожалуй, не стоит тебе его открывать. Не надо. Этим возразить-то нечем. Матушка тебя как облупленную. Ведь все, как написала, вышло. Выперли, это ж надо. Где ж такое видано? А, даже Евдокию, когда она Тихона понесла, не выперли, а тебя выперли. Тогда никто же, возможно, помощи нам будет. Кажется, если ты убьешь кого-нибудь и тебя посадят, то рано или поздно и... Да, папе! Этим возразить-то нечем. Матушка тебя как облупленную. Ведь все как на... Спасибо, Господи, Бог, честная церковь благолепно поет за вами. Сейчас мы страшно, Господи, празднующий, помилуй меня, Боже, помилуй, Господи, Иисусе Христе, не Боже, помилуй меня, грешный, Господи, но не призни во веки веков, аминь. Пати Боже, причисти во время мне грешный, отец и дело. Сначала тебя из дома выперли, потом из монастыря. Кажется, если ты убьешь кого-нибудь и тебя посадят, то рано или поздно и из тюрьмы вы... Вопрос. Не слышно вроде. Слушай, ладно. Я тебе помогу добраться до Спасова.